Fight Nights. О данном промоушене говорят не только на уровне нашей страны, но и далеко за ее пределами. Сегодня первая тренировка в первом тренировочном зале столицы страны. Наступил самый важный день для промоутерской организации, которая была одна из первых в России. Исторический момент для бойцов Fight Nights. Первая тренировка в новом зале в Москве. Ни для кого не секрет, что на данный промоушен подписано много спортсменов из нашей республики. И не случайно, первоначально, первый зал был открыт в нашем регионе. У нас есть подобный опыт, у нас есть зал в Дагестане. К сожалению, в силу нашего, скажем так, отрыва от местности, мы не можем целиком полностью посвятить себя этому проекту. Но там есть достойные люди, которые этим занимаются. Ну а здесь это первая такая история. Мы всегда как-то, как это странно бы ни звучало, зная уровень наших ребят и уровень развития сегодня промоутерской компании, мы ютились по разным залам. Спасибо всем, кто все эти годы был с нами. Но сегодня у нас появился свой дом, и милости просим сюда. Данный зал, как отмечает президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев, это место должно стать культовым для всех любителей смешанных единоборств и здорового образа жизни. Первая общая тренировка в новой академии Fight Nights прошла с приглашением спортсменов, которые уже показывают себя на мировом уровне, уже титулованные бойцы. Здесь очень много перспективных бойцов, лучших со всей России, со всего мира. И как бы сегодня этой тренировкой мы хотим показать, что мы одна дружная семья. Для этого все сделано. Самые хорошие условия здесь. И Fight Nights это данный, ну, Fight Nights клуб вот этот, он как бы очень хорошо развивается. Артур Багаутинов, боец данного промоушена, уже имеет 4 профессиональных боя. В одном ничья, в 3 из них одержал уверенную победу. Родной брат всем известного бойца UFC Али Багаутинова. Основная база спортсмена – это вольная борьба. Выполнив норматив мастера спорта, перешел на смешанные единоборства. Вся основа Fight Nights сегодня в тренировочном зале. Также приглашены именитые бойцы, такие как Шамиль Зауров, Владимир Минеев, Расул Мирзаев, Мариев Пираев, Юсуп Саадулаев, Бату Хасиков, Мурат Мачаев. Общая тренировка под руководством тренерского коллектива данного промоушена. На данный момент я считаю, что Fight Nights это одна из самых сильных промоушенов в Европе и в Азии, ну то есть за океаном там UFC, а здесь Fight Nights. Ну, мне кажется, что нет больше такой организации, которая бы имела своих бойцов, которая ведет своих бойцов, делает им промоушен с большими именами. Андрей Ювчук, руководитель тренерского процесса спортсменов Fight Nights, в основном ставит ударную технику, мастер спорта по боксу. Одним из воспитанников данной организации является Магомед Молодой Магомедов. За несколько лет в данном спортивном развитии спортсмен стал чемпионом мира по универсальному бою и победитель чемпионата Европы по боевому самбо. Здесь у нас будет проходить в день по несколько тренировок, здесь собрались лучшие спортсмены. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что мы будем расти. Это только начало нашей работы. Все профессиональные спортсмены, бойцы Fight Nights и те, кто сотрудничает с данным промоушеном, отныне смогут посещать свой спортивный комплекс 2 раза в день. Утреннее занятие будет обязательным, вечернее, в зависимости от тренировочного плана. Арслан Дациев, Магомед Тимирсултанов, информационная программа «Пульс».